Всем привет. Ну, а кто просил вам показать кусочек Киева? Как раз я сегодня немножко гуляю по Киеву. И за это хочу показать, как на Льва Толстого красотень. Чего ты размовляла? Это у нас парк. Ой, боже, мы прям в учреждении. Университет. Да, Шевченковский университет. Вот так вот. Ну, у меня, как всегда, ночная съемка. Может быть, опять же, качества хорошего не может быть. Так что предупреждаю, молодежь. Хочу как лучше, получается как всегда. Ресторанчики. Это мне очень нравится, так прям. Такая вот кафешка, где вагончик. Парк имени Шевченко Тараса Григоровича. Игорь Узвар пьет. Ксюшка у нас морс клюквенный. Так, Андрюша уже кушает дыруны. С пивком. Ничего не помню, я иду до тебя, милая, и
А ви самого посесіли? Дизайнеру скиньте. Марин, как ты попала? Прям на... Будьте щасливенькі, здоровенькі і гарні українські романтіла. Принесу тобі квіти, згадаю бажання, не зів'януть затрити, не погасне кохання, а вони хрустками самий день багинію, наче сонце ласкаве. Моє середині погріють, чому квіти не в'януть? Я спитав тебе, Юля, ой, не в'януть, не в'януть. Вони моя кохана, а даровані квіти Oh, my God.
пані Юрію, за її родину, за її здоров'ячко. Будьмо! Гей! Гей! Будьмо! Гей, гей, гей! Народженням, щастя, здоров'ячка, гарного вечора. Дякую. О, прикольно. Гуляю по Києву. У нас сейчас снег идет полным ходом. Так. Я так вот поближе. Красотень. Сейчас минус 2 у нас. Вот. Ну, одетый, напуганный, как говорится, то более-менее нормально. В руки немножко прохладно, конечно. А так все нормально. И немножко, как всегда, скользковато. Домик. Так, шановні друзі, за 109 років своєї історії ця будівля жодного разу не реставрувалась. Просимо вас підписати петицію «Київський міський будинок учителя. Реставрація». Вон така от красотінь. Красиво. И вход тоже міський будинок учителя. Ну да, це золоті ворота вроді. Богдана Хмельницького вулиця. Такий от театр. Красивий. Вот именно красотень. Боже, как я люблю Киев. Простите за качество, ну, ночная съемка. Thank you.
какая красотень. И там большая елка. Боже, елка шикарна. Как раз мы идем к главной елке Киева. Ну и многие просили показать вам елку в столице. Как раз я вам и покажу. Очень красиво. В этом году самая крутая елка. Святкові вітання, побажання, любові, віриться тепло, відкривайте дому собі і одне одному. А ще запрошуємо на вакацію до міста. Щоб дізнатись, якою є ваша суперсила, дайте мені класні подарунки. Із суперсилою вам Новий рік. Крылья прям с перьев. Так что посмотрели елку, прогулялись, покушали, праздновали день рождения невестки.
Так что можно спокойно теперь ехать домой. Так что, мои хорошие, спасибо огромное, что вы были со мной. Надеюсь, было интересно посмотреть кусочек Киева, потому что это только я показал кусочек Киева. Так что, как всегда, до новых встреч. Целую, люблю. Ваш Игорь. Пока-пока.